Двор образцового порядка. Этой издавна известной формулировкой можно смело назвать придомовую территорию дома номер 20 по улице Куртамышская. Детско-игровая площадка, футбольное поле, клумбы и самодельные конструкции из подручных материалов. Все это – дело рук самих жильцов девятиэтажки. Я думаю, что у нас все хорошо в доме. И на нашей площадке тоже очень красиво. Благодаря нашим жильцам вот мы создаем вот этот уют, красоту. В 2010 году у нас произошел капитальный ремонт. У нас заменили все полностью. В подвале трубы, крышу полностью до основания сняли и покрыли бикросом новую. Лифты новые поставили. И всю электрическую оборудование, все электрооборудование заменили тоже. На каждый субботник жильцы 20-го дома приходят не с пустыми руками. Кто-то подкрасит бордюры, кто-то лавочки отремонтирует, чтобы после каждой уборки двор сиял как новый. Любовь Сурикова уже много лет живет в этой многоэтажке. Говорит, новую жизнь дом начал с приходом в ТСЖ нового начальства. Благодаря вот их тоже работе подстегивали они нас, заинтересовали, когда мы стали уже посмотрели, что у нас получается, что становится красиво в нашем дворе, что даже другие жильцы отзываются, и детей своих даже солнечного иной раз приезжают сюда специально, чтобы дети у нас здесь вот на площадке поиграли. Двор, он сам по себе очень красивый, и всегда тут очень много людей гуляет, даже в пасмурную и нехорошую погоду сюда приходят, и даже из других районов. Председатель ТСЖ считает, что отличное состояние дома – заслуга самих жильцов. И в первую очередь, потому что все они, без исключения, люди порядочные, долгов по квартплате не накапливают. В копилке товарищества собственников жилья целых 4 призовых места в конкурсе на самый лучший двор. И, как говорят жильцы, эти победы далеко не последние. Дарья Федерягина, Александр Киселев, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».